Я не такой специалист большой системы образования. У меня вот есть замечательный товарищ из Улан-Удэ, Дмитрий Кузнецов, он же рэпер Хаски, который при помощи ЕГЭ из своего города, очень далекого, поступил в МГУ, который окончил сейчас. И, то есть он просто взялся за ум, сдал, ну, идеально сдал все экзамены. И вот эта вертикальная мобильность пресловутая, я знаю, что она периодически работает. Но вообще, по большому счету, пометуя о тех сверх возможностях, которые дала советская образовательная система, я бы не пытался бы придумывать новую межнациональную политику, новую образовательную политику, потому что все эти вещи работали. Профтехучилища, вузы давали суперспециалистов, которые покоряли космос, плавали по всем океанам, и Северный Ледовитый полюс были в наших руках. Это были специалисты, которые обучались в этих школах. Что мы пытаемся придумать? Это вот отошли только на 20 лет. Давайте верните обратно, и все будет работать.